характеристики с момента начала заболевания. Может быть, о том, что теперь стали сказать молодые люди, даже дети. Средний возраст изменился на 15 лет по сравнению с предыдущей волной, в сторону уменьшения. Существенный тренд в сторону 20-летних, 18-летних. Ну, мы занимаемся только взрослой помощью, дети мы помощь не оказываем, но молодых больных стало очень много. Приветики. У молодых людей иммунитет выше, но... Привет. Учитывая, что коронавирус вызывает ненормальный ответ, да, иммунной системы, голос наращивания, только капсульное. Исключительно делаю только капсульное. Для меня это самое оптимальное, идеальное. Вносится хорошо. Нет, на сегодняшний день у нас есть всего... Приветики, пистолетики, да. Они болеют не очень тяжело. Ой, друзья, я расстроенная. Что? Я расстроенная, знаете, у меня есть брат родной, между прочим. У нас очень хорошие отношения. Вот, что-то мы давно не виделись. Пишет мне сегодня с просьбой, я говорю, а что такое, типа, что случилось? Вот, брат у меня не мажор, чтобы вы понимали. Трудяга, чисто сам каждую денежку зарабатывает. Короче, он очень давно... Хотел себе Sony PlayStation вот эту последнюю. Нашел у перекупов, а их нигде нету. Нашел где-то у перекупов в интернете за 75 тысяч эту фигню. Ну, короче, как вы понимаете, 75 тысяч нету. И Sony тоже нету. Короче, как-то его раскрутили, он сам говорит, я вообще, говорит, в ахуе, не понял. А он так ее хотел, прям реально он ее очень хотел. И он так расстроился, бедный. Поэтому будьте аккуратней. Разводят только в путь. Мой брат, на самом деле, ну, типа, вообще капец, как это все шарит. И сам, блин, попал в такую ситуацию. Блять. Простите. Вы же я за него так и расстроилась. Веришь в любовь? Ну да, конечно. Да, вот так вот. И для, ну, 75 тысяч, это как бы это для меня деньги большие, а для него это, ну, прям очень большие. Бедненький мой, хорошенький. Что вам рассказать? Начинаю новую жизнь. У меня тут появилась мотивашка моя, которая меня мотивирует жить по-нормальному. Ну, в смысле, я имею в виду, я и так сейчас живу по-нормальному. Вот, перестать пить и заняться спортом. У меня же абонемент есть, но я его заморозила. Вот, завтра ко мне приезжает мама, остается у меня на ночь. С Перри, с моей Перочкой. Мы пойдем завтра куда-нибудь погуляем, поужинаем.